Листовки с информацией о конкурсе раздают на площадях и улицах города. Побороться за смартфон или планшет может любой желающий. Для этого необходимо 18 марта прийти на свой избирательный участок, сделать фото на фоне специального стенда и разместить его в социальных сетях. Выкладываете свою фотографию в Инстаграме или ВКонтакте с хэштегом «Голосовач23». Разыгрываться будет по большее количество лайков или в Инстаграме, ВКонтакте будут выбирать именно победителя среди разных городов, то есть это именно Краснодарского края. В Анапе будут разыгрываться очень хорошие призы, то есть это компания Apple. Шанс большой достаточно, так что приходите, голосуйте и участвуйте в конкурсе. На листовках подробные инструкции и условия конкурса. С ними можно ознакомиться и на сайте «Голосовач23». Цель – повысить электоральную активность прежде всего молодого поколения. Однако интерес проявляют все без исключения. При этом многие отмечают, что самый беспроигрышный вариант – просто прийти на выборы. Пойдем. Это же долг. Я не верю, конечно, что я что-то выиграю. Но попытаюсь, по крайней мере.